Салют, друзі, та це Київ день та вночі. І традиційно для тих, у кого трабли з пам'яттю, я мега швидко нагадаю, що було в попередніх серіях. А справи такі. На відпочинку в Одесі Ксюша дозволила собі прийняти залицяння від одеського кавалера. Я вже 100 лет нікуди не ходила, тим більше на свидання. Але покидьків, як виявилось, скрізь вистачає. Якби не Володькова чи ОС, хто знає, чим би закінчились пригоди Ксюші. Ви чого? Після провалу на радіо стрес також і у Каріни. Та її, як тільки можуть, підтримують Паша і Олежик. Ти що, не нормально? Але й сама Каріна, як виявилось, може бути для когось антидепресантом. Хочеться підняти собі настроєння. Мені кажеться, давай пригласимо Каріну. Не втрачає можливості нагрітись на цій ситуації Епіфаніо, який ввечері виставляє Каріну в не дуже гарному світлі перед Пашею. Успокойся. При дуже дивних обставинах зникає Аліна. Тому вся у пошуках сестри бігає Настя. Ну ти що, ти куди ділась? Я ж не іщу тебе. Але знаходить її Бодя, який з власної користі повідомити Настю про знахідку не квапиться. Та може це і є рішення всіх моїх проблем. Такий вчинок вкрай обурив Настю. І, звісно, тепер вона страшенно розлючена на Богдана. Богдан, та тебе інтересують тільки твої проблеми. Ти розумієш, що чоловік больной? Вочевидь, день зовсім не Боді. Бо ввечері на нього чекало ще й знайомство з Олежиком, який був рішуче налаштований боронити квартиру від будь-кого. Моцний удар у Олежика. Тому краще давайте подивимось, як там Бодя чухається після такого. Бо другу його амнезію навряд чи хтось витримає. Большой город, в котором с тобой здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью, Киев днем и ночью. Большой город, в котором с тобой вдвоем. Це Київ. Місто як крамниця, де є тисяча і одна життєва дрібниця. Хтось помітить у ній щось для своєї кар'єри, ще хтось знайде тут чудові елементи декору для своєї квартири, а ще хтось помітить лише шквал проблем, які сиплються одна за одною. А от Бодя з Олешкою не те, що в гармонії, а один одного не змогли помітити в спільній квартирі. Давай просипайся! Я б на місці Боді ще тричі подумав, чи варто прокидатись, чи краще побути в забутті. Це не надоело. Ану, вставай! Ану, швидко встав! Ты кто такой? Ой. Я кто такой? Это ты мне лучше объясни, кто ты такой. Что ты тут делаешь? Домушник. Вообще? Сел. Только попробуй мне что-то сделать за вчера, за то, что я тебя вырубил. Я тебе сказал, у меня разряд по боксу. Ты заметил твой разряд по боксу. Ты мне объяснишь, кто ты такой, а? Я тут живу. А да? Кто ты такой, да я ладно. Не понимаю. Я тоже тут живу, предполагаю. Да? Да? Где? Тут. Где тут? Хватит. Давай. Что такое? Я тебе сейчас дам. Если быстро. Ты тут живешь, кто может это подтвердить? Никого. Да кто угодно. Кто, например? Саша, Альбина, Оксана. Ты еще следишь за нами, конечно, да? Слежу. Следишь? Да. И знаю, что в этой комнате живет маленькая девочка, Арина, а я ее отец. А ты дурачок какой-то. Слышишь? Сдается, хлопцы нібито порозумілись. Если ты тут живешь, живи себе спокойно, хорошо? Так ты... Все, меня не трогай. Ты Богдан, да? Да, я Богдан. Приезд покажи, быстро. Олеже, вы же щойно познайомились. Может, не треба так в лоб? Я тебе покажу фотографии. Вот я с Ариной. Вот я с Сашей. Боже, что за фильтр? Вот я с Альбиной. Фильтры ужасные, вот честно. Слышь, ты совсем... Так, Бодя, я знал... Я знаю, кто ты. Я просто гнал, да? Гнал? А я не в настроении. Кофе будешь? Кофеечек потанцуем? Что, Бодь, изменилась квартира с часов, как ты пиджевав тут? Я много разных кадров видел на этой квартире, но этот просто нечто. Поки Бодя переводить дух від захоплення новим сусідом, Настя тим часом переймається через свою сестру Аліну, в якої сьогодні велике свято. Вона готується зараз розпрощатись з м'якими стінами назавжди. Та чи це вийде в неї? Ми провели кілька аналізів. З вашою сестрою все хорошо. Ми проконсультувалися з психотерапевтом. Я уверена, що... Несколько дней, проведенных вне стен больницы, пошли ей только на пользу. Не волнуйтесь, она полностью готова к выписке. Разумеется, при условии, что мы с ней будем видеться раз в неделю. Ну, готова собственно, к выписке, да, конечно. Как выписывать? Ну, куда? Я не готова ее еще забрать, я не готова рассказать ей всю правду. Вам нужно только подписать документы. Угу. Пожалуйста. Хорошо, спасибо, я поняла. А можно мы сейчас на пару минут выйдем, прогуляемся? Да, пожалуйста, да? Конечно. Давай. Давай.
А Насте есть что скрывать от меня. Давайте дамо Насті часу вгамувати нервовий тік і прийти до тями від усіх подій, що навішала їй люба сестра. І зазирнем поки в гості до Біні і Володьковича, щоб дибнути, як там справи з новим левелом їхніх стосунків. Альбін? Я, звісно, не мастер всіх цих любовних інтриг, але ніколи не пізно почати. Так, Володьковичу. А ну, не мочи штані. Дій давай, я на шухері постою. Шухер, шухер, ворог туточки. Ну, так сім... Я в шокі. Это слава богу, що парні прибіжали. Ну. Я не знаю, що тебе таке. Чесно сказав. О, Саш, ти тут спиш? Якщо би ще чуть-чуть раніше не зайшли би, це був би найнеудачний сюрприз в історії всіх любовних штук. Я ж скажи, вчасно ми спрацювалися. Саш, а можна тебе попросити? Ми все ж хочемо посплетничати, а всі кімнати зайняті. Саша там, ти здесь. Не треба більше слов. Удаляюсь. Красиво. Не обіжайся. Ні, ну що ви, що ви, що? Ксюш, як ти себе чувствуєш взагалі після? Я не знаю, ну це прям... Нормально. Знаєш, нормально. И спасибо большое Саше, что он мне помог, он меня привел в чувство. Угу. Мы прогулялись, поговорили. Сашка может, он да. Молодец такой. Да. Просто, не знаю, супер Оз. Слушай, как хорошо, что Оз взял инициативу. Правда? Да, проявил. И согласился с малышкой посидеть, а? Классно, это ж у нас есть пару часов для того, чтобы... Покупаться! Позагорать. Все, тогда собираемся, идем. Я не поняла. Что такое? У меня что-то сумка мокрая. Что, не высохла? Не, не высохла, наверное. А можно твою? У тебя есть еще одна? Да, во, да, бери эту мою, а я возьму голубую. О, спасибо большое. Да? Так. Только я под зонтом лежу, потому что я могу сгореть. Так, а запискаш ж тепер у кого? Поки подружані збираються на курочок гриль перетворитись, давайте зиркнемо, чи вдалось Насті прийти до тями і зав'язати хоч якусь конструктивну розмову зі своєю ненаглядною сестрою. Я хотела попросить прощения за то, что я так резко сорвалась и не предупредила тебя. Мне просто нужно было какое-то время побыть одной. Мне вообще Богдан сказал, что видел тебя в клубе у Эпифанио. Ты ходила к нему одна, что ли? В клубе у Эпифанио? Ну да. У меня не было в клубе у Эпифанио. Богдан, привет. Алина, мы тебя по всему городу ищем. А Настя знает, что я здесь? Нет, не знает, но сейчас узнает. Не говори ей, пожалуйста. О моем визите к Эпифанию Настя не должна была знать, потому что это нас разъединит. А знаешь, что мне сказал Богдан? Mm-mm. Что я обуза для ваших отношений. Что я мешаю вам строить ваши отношения. Что я только в напряг, и поэтому я просто уехала. Схоже, талант переводити стрілки – це у них сімейне. Інакше не знаю, як це виправдати. Ну як взагалі Богдан мог таке сказати? Ну, я не вірю, я не розумію. Ти уверена, що ти нічого не... Що я нічого не перепутала? Ні, я не перепутала. Я не сумасшедша, щоб путати. Слушай, да успокойся, я не об этом. Просто для мене, чесно говоря, шок, що він мог так сказати. Мог? Мужчини іноді можуть таке сказати. Главное, что мы вместе. Слышишь? Сестра! Да, главное, что меня выписывают отсюда. И мы сегодня уедем. Вот. Держи. Подпись? Да. Наконец-то. Давай. Я просто счастлива, что меня выписали. Теперь я могу сама пойти и увидеть все своими глазами. Ну от здається, що з тим підписом Настя їй відкрила ту саму скриньку Пандори, з якої їй полетить усе зло на тих, хто його чекає і хто не чекає. Але зараз мене більше цікавить, як складаються стосунки у Каріни з Пашою після їхньої вчорашньої туси. Тільки вирішила почати нову життя, як Епіфанія в очередний раз виставив мене підстілкою на глазах у всіх. Так противно від цього. Ну, звісно, гидко. От тільки вірить у це все Паша, чи ні? Ось у чому питання.
Паша не понимает, что иногда необходимо действовать жестче. Поэтому я его и настраиваю против Эпифания. Он должен усмирить эту выскочку. Крин, ты понимаешь, что этого всего могло и не быть? Понимаешь? Если бы ты просто там не пела. То есть ты хочешь сказать, что я сама виновата в том, что вот ко мне приставали, да? Нет, я просто хочу сказать, что ты должна петь на большой сцене. А не на каких-то мальчишниках непонятных, непонятных клубах. Вот что я хочу сказать, Карин. Ты же видел, ты же знаешь, что во всем виноват Эпифанию. А теперь оказывается, что еще я. Ну, спасибо, Паш, большое тебе за поддержку. Карин, стой. Да почему я срываюсь на Карин? Она-то ни в чем не виновата. Весь источник зла – это вот этого Эпифания. Я переживаю за тебя. Я не хочу, чтобы... Я не хочу, чтобы моя девушка так унижалась. Если мне в прошлый раз не удалось набить ему морду, то в этот раз за свою девушку я ему отомщу. Криш. Прости. Наконец-то в моей жизни рядом со мной настоящий мужчина, который готов за меня постоять. Слухайте, ну я ніяк не до Петру. Вона ж сама ходить. Тоді візок їй для чого? На маршрутках економить, чи як? Да. Я здорова. І завжди була здорова. І да, я хожу. Так, якщо до здоров'я немає претензій, то чого ж ви все ніяк не заспокоїтесь? Просто я хочу, щоб Епіфаніо був таким же одиноким, як і я. Ей, народ, це що, фармацевтична версія ЕПА? Очманіти. А що ви думали, що я ці таблетки всі буду їсти? Це ж плохо для здоров'я. Ну что, ты готова? Да. Все вещи собрала? Да, сама. Угу. Молодец. Сумку вижу. В шкафу ничего не забыла, все. Да. Ну, тогда погнали. Интересно, Настя долго будет скрывать, что она не наказала Эпифанию? Поехали. Нужно ускорить ее признание. Без нее я ничего не смогу сделать. Така от мила розмова вийшла у дівчат. Та щось мені здається, що ця краля своїх секретів не видасть ні за які гроші. Ну нехай, згодом ми розколимо все одно. А поки що давайте подивимось, як вдалася ніч у Артура, яку він провів під парканом у Діани. Артур? Вставай, парень, вставай. Вставай, подимайся. Аккуратненько, аккуратненько. Послушай, парень, если хочешь помириться с Дианой, то на сегодня будь на праздненье моего юбилея. Поэтому приходи. Поздравляю вас. Да, спасибо. Только, Артур, я тебя очень прошу, не учини чего-нибудь, как в предыдущий раз. Вот тебе адрес. Удачи. Удачи. Надеюсь, до встречи. Ну, просто якась хрещена фея, а не бабуся. Артур, тебе так не сдалось? Она просто золотая женщина. И я очень надеюсь, что Диана будет в старости похожа на нее. Ты для початку с молодою Дианой разберись. А уже потом думай про Диану летнюю. Я так хочу, чтобы все закончилось прекрасным хэппи-эндом. Диана и Артур должны быть вместе. Ой, бабусю, а вот цей мужичок, схоже, так не думаю. Ты что здесь делаешь? А? А? Что? У тебя 5 минут, чтобы покинуть территорию. Ну, хоч не даремно Артур під парканом спав. Вже якийсь вихлоп ситуації має. А якби він з котлет її ім'я виклав під калиткою, то, думаю, справа сунулась би вдвічі швидше, ніж є. А от Аліна не париться. Вона продовжує видавати спагетті, і всі на ту вермішель ведуться. У мене немає ближче чоловіка, крім тебе. У мене, крім тебе. Спасибо за те, що я можу тебе довіряти. Я знаю, що ти мені ніколи не предаш. Ну давай, говори.
Ну вот как после всего того, что она мне только что сказала, я могу ей продолжать врать? Что-то случилось? Ну все, торба повна дусту. Нет, в том-то и дело, что ничего не случилось. Ничего не случилось с Эпифанией. Я перепробовала все способы. Я делала все возможное и невозможное, но мне не удалось ему отомстить. Я бессильна. Ничего страшного. Ничего страшного, я понимаю тебя, все нормально. А как ты могла что-то сделать, когда тут рядом Богдан под ногами постоянно? Ничего страшного. Все хорошо. Эй, серьезно? Да. Я так боялась все время рассказать ей правду. Я думала, это сделает только хуже. Но она так спокойно отреагировала. Да я рада, потому что этот кошмар наконец-то закончится. Ну не сестра, а просто капець якийсь. Я від початку все на бідну Настю звалював, а тепер бачу, що корінь зла сидить набагато глибше, в Аліні. Лишилось тепер второпати, чого цій навіженій від Епіфанію хочеться. Ей, ти чого так бігаєш, а? Що случилось? Та вже год від поліції бігав. Якщо опять остановили. Где? Документ спрашивали. Сказал, что дома забыл. Еле дёру дал, чтобы на хвост не упал. Да-да. А ну подожди секунду. Так успокойся уже. Тут тебе не Америку, тут тебя не будут депортировать, как мексиканца какого-то. Ну а что же, я перезвоню сейчас. Да я тебе дам совет. Возьми и найди себе красивую девушку, украинку. Женись и получай гражданство. Все, и будешь украинцем, а не какой-то нелегал. Хороший совет. Слушай, а ты никому не говоришь, что ты тут работаешь, да? Ну перестань, столько лет меня знаешь, хоть раз подставлял тебя. Молодчина ты, давай, погнали. О, сдается, что на это почекают великие неприятности. Епіфанія, дружись. Ну как так? Ну а если кто-то узнает об этом? Что тогда? Ты не думал? А тогда уклонение от уплаты налогов, друг мой. А потом еще и штрафик тебе влепят. Класно, скажи. Та ну де ж там класно, це торба. Паша, ти куди телефонуєш? Добрий день. А це гаряча лінія імміграційної служби? Ну, давайте не будемо одразу свистіти, що Паша – стукач. Може, його хвилює питання, як пінгвіни будуть емігрувати в умовах глобального потепління. Ось він і набрав поцікавитись. А от у Яни все напаки. Її цікавить, чи морозиться досі її мала від неї, чи ні. Вістюш, а я тебе твоє любиме мороженое перед выходом принесла. Поешь. Ты же его так любишь. Ой, какая сегодня погода хорошая. Если я отлепила скотч, это не значит, что я хочу с ней разговаривать. Ты пока кушаешь, я тебе скажу, о чем я думаю, свои мысли озвучу. А ты уже сама принимай решение, как ты будешь поступать, добре? Смотри, Артур, когда встречался с Ритой, он встречался с другими девушками. Но я тебе серьезно говорю, я сама это видела. Тебе не кажется странным, что он сейчас встречается с тобой? Может, он просто решил позлить Риту? Может, он просто решил поиграть с тобой? А? Ну, давай, подумай немножечко. Ну, какая-то логика в этом есть. Кстати, о Рите. Она тебя сдала со всеми потрохами, а ты ее считаешь своей подругой. Чем она вообще тебе нравится? Она же просто ненормальная, она неадекватная. Ты действительно хочешь узнать, почему мне нравится Рита? Ну, я тебе сейчас расскажу. Ты понимаешь, то, что Рита всегда искренняя. Она всегда делает то, что она хочет. Она всегда говорит все, что у нее на уме. В отличие от тебя, мама. А? Ты живешь с мужчиной, которому во всем потакаешь. Ты постоянно ему поддакиваешь, на побегушках у него постоянно. А ради чего это все? Наверное, ради того, чтобы выйти за него замуж. А, наверное, за его деньги, да? За вот это все тебе только надо, да? Что? Да как ты смеешь? Какое право ты вообще имеешь мне так говорить? А ты никогда не задумывалась, что с того времени, как ты появилась у меня, я все в жизни делала только ради тебя. Все ради тебя. Все твое обучение в Европе, все твои любые концерты, любые прихоти, все, что ты хотела и просила, все ради тебя. А ты вообще знаешь, какой ценой мне это все давалось? Сколько я просто сил тратила на все это, лишь бы ты ни в чем не нуждалась. И ты мне сейчас это говоришь. Знаешь что, дорогая? Клей-ка ты дальше свой скотч и можешь даже в принципе со мной больше не разговаривать, если ты других слов о матери не знаешь, и если ты просто не знаешь слова «спасибо, мама» или «я тебя люблю, мама». Мам, ну подожди!
что я вам должна сказать. Уберите камеру. Больше нечего сказать. Ой, як негарно вийшло. І знаєте, якось Яну реально стало шкода. Ну хто ж хоче таке від своїх дітей почути? Ну, будемо сподіватися, що Христя недовго боритиметься з вибаченнями. А от Аліна продовжує робити все, аби почути від Насті правду, яка її потішить. Слушай, сестру, я тут таку тему придумала, нашла карту України. Ми її положимо. Закроємо глаза, візьмемо два пальця. По-настоящему? По-настоящему закроємо глаза, не як ти в дитинстві робила всегда. Покружимо, сильніше тільки кружи. І ткнемо куди-нибудь. І посмотрим. Город Конотоп. И поедем в город Конотоп. Я сегодня же куплю билеты, и мы с тобой вместе поедем тусоваться и украшать конотопскую ведьму. Как тебе идея? Конечно, идея отличная. Угу. Конечно, только ты поедешь одна. Не поняла, почему одна? Настюш, прости меня, конечно, но это все я должна закончить сама. Я знаю, что Настя не сможет жить с этим чувством вины передо мной. А я не смогу жить с тем, что этот мерзавец выбрал кого угодно, но не меня. Алина, послушай. И за это все, вот за это, должна отомстить я. Только я. Ты не должна оставаться одна. Я не хочу, чтобы ты была одна. Прошу тебя, я умоляю тебя, дай мне возможность. Позволь мне помочь тебе. Я помогу, и мы не будет больше ошибок. Мы сделаем все правильно. Пожалуйста. Только пообещай мне, что ты не будешь больше мне врать. Обещаю, я больше никогда не буду тебе врать. Я же тебя люблю. Да это я во всем виновата. Теперь я просто обязана ей помочь. Аліна зараз, як справжній дипломат, налагодила сестринські стосунки. Швидко, все по справі і так, як видно їй. А ми зараз, як звичайні туристи, поки метнемось до Одеси, щоб глянути, як там у війні Ксюші справи з засмагою. Чи не горять у них плечики? Ксюня! Да, Альбин. А у тебя крем от загара есть? Да, есть. То солнца вроде нет, она, по-моему, сгорела. Ого. Намажь меня, пожалуйста, еще вот плечи хотя бы. Ага, красная. Да? Ай, сейчас. Вот так всегда. Где-то был... Где? В этой сумке черная дыра. А это что такое, Ксюнь? Что это? А это у тебя выпало, держи. Это у меня выпало? Ну да, это сумка твоя выпала, на. Так какая-то записка. Ну, читай. Ну, твоя же записка тебе получается. Что там? Я решил, что за эти дни ты как следует не отдохнула. Поэтому жду тебя сегодня в 18:00 на причале, Саша. Круто! Это он, походу, тебе сюрприз свидание такое делает. Альбин, ну это как-то чуть странно. Чего странно? Почему бы мне он сделал свидание на причале в 18:00? Ну, почему? Ну, как минимум потому, что, во-первых, Оз любит сюрпризы делать. Во-вторых, он хочет отвлечься просто от этой вот истории с этим пикапером, с этим всем отдохнуть, да. Ну, такая мини-вечериночка, может, блин, да круто, на причале вообще. Стоп. Что? А может, это твоя записка? Что это может, моя? Может, это тебе твой Саша написал? Оксюнь, у правильному напрямку копнула. Продолжуй. Нет. Сашка, Сашка, если бы хотел, он бы подошел ко мне и в лоб бы сказал, идем погуляем, идем на свидание. Да? Я его очень люблю и очень хорошо знаю. Он бы не писал записки, да ну. Ну, не знаю, все равно. Ну реально, Саша так много для меня делает. Как я не пойду на вечеринку и испорчу его сюрприз? И вообще, знаешь, вот Сашка, он как-то изменился. Он как внимательно вот к Каришке относится, а? Он заботится о тебе очень сильно. Он прям такой молодец. Да, я тоже это заметила. Да? И очень ему благодарна. Якось не по феншую все тільки, що було. Оз навіть пальцем не врухнув, але отримав від дівах плюс 100 до карми. От би все так просто в житті давалося. Але все, що дається просто, це тільки непрохані візити військкомату, ну або міграційної служби. Здравствуйте. Здравствуйте, что-то желаете? Нет, спасибо. Лёва, Амин, у вас работает? Да, вот он. Лёва, стойте. Лёва, ваши документы, стойте. Эй, что-то случилось? Лёва, Амин, введите ваши документы, пожалуйста. Вы кто такой? Управляющий клуба. Миграционная служба. Нам поступил звонок о том, что у вас нелегально работает сотрудник.
Лёва, амин. Те же документы, все нормально? Все нормально с документами. Ну вот. Дома. Дома. Так что замечательно, давайте проедем к Лёве домой и проверим документы. Да нет, давайте никто не будет ехать никуда, просто пройдемся в кабинет и все обсудим. Пойдем. Вот странная история, это, видимо, чья-то подстава. Дружище, а что здесь происходит? Может, тебе помощь нужна? Помощь? К черту, иди. Теперь этот венесуэльский мачо будет отвечать за свой выпендреж. Ну от поки Паша підсунув цю свиню Епіфанію і ходить як слон від того задоволений, давайте глянемо, як там себе чухає його кохана Каріна, яка тепер більше не тусується з папіками. Ти мені зуби не заковарювай, окей? Давай ближе к делу. Хорошо. Я хотів извиниться за вчорашній інцидент в клубі. Одними извиненнями тут не поможеш. Браво, проницательно. Хорошо, Карін, у мене к тебе предложення. Стать резидентом нашего клуба. Ну, это обоюдная выгода. Я это все прекрасно понимаю, но для начала мне нужно прочитать контракт. Да не вопрос, контракт тебе Епифания на почту сбросит. Мы, если ты согласишься, прям завтра же уже можем запланировать твое выступление. Угу, ясно. Кстати, Епифания за вчера тебе заплатил? Здравствуйте, Игорь Борисович. Наконец-то нашел. Нет. А ты что-то делаешь, что ли? И тут не дают они пообедать спокойно. Паша, у нас, кстати, классная новость. Карина – наш резидент. А... Будет. Вот. Так, стоп, мы еще ничего не подписывали, Паш. Мы только утром с ней поговорили об этом, а она продолжает гнуть свою линию. Я смотрю, мечты и читы сбываются и сбываются, да, Карин? Да не вовремя Паша пришел и не вовремя все это услышал. Я бы сама ему лучше правильно все объяснила. Что там в клубе? Где Епифанию? Я, собственно, по этому поводу и пришел. Там Епифанию как раз в клубе. Он весь в мыле. Там кипиш, проверка. Там вообще не понятно, что творится. Какая проверка? Я не знаю. Лучше вам самому пойти убедиться во всем. То выходит, Пашок просто на стук ты прибег. А тут еще и мыло застав. Епифанию тебе сегодня выплатит. И выплатит за моральный ущерб тоже. Не переживай. Ну вот как же сейчас это все не вовремя? Чудак перець, та в житті все і завжди невчасно. Гарячу воду вимкнули – невчасно. Втюхався – також невчасно. Коротше, все у цьому житті буває дуже невчасно. Так що, welcome, Пашо, у наш світ невчасно. А я пропоную зиркнути до Оза. У нього зараз там якась children party. Розвідуємо, що там і до чого. Итак, господа, мы прошли теорию на тему лайфхак, как обмануть ребенка и заставить его кушать невкусную еду. Поздравляю вас с этим. Переходим теперь к практике, да, Ришечка? Ребят, берем все детей, ложим на эти прекрасные пледы и приступаем к действию. Оф, да, Ришка. Пора, наверное, арендовать помещение и оформлять настоящий курс. Еще бы мастер-класс на тему того, как детей отличать. Обязательно проведем, но это уже завтра. Заманчиво. Я бы сходил. Трик-трик. Опа-опа. Идет дядя Саша. Так, Ришечка, лежись. Чик-чик. Отпусти меня, дитя. А, все. Ты смотришь за ней, хорошо? Да. Это... Санечек? Это что? Это ничего криминального, сразу тебе говорю. Просто я из солидарности к мужикам решил им помочь. Да. Так... Молодцы, молодцы, мужики. Хорошо. Мне твоя помощь нужна. В общем, короче, я готовлю Альбине сюрприз. И нужно, чтобы ты помог там доставить шампанское, цветы к яхте. Времени... Кого-то сегодня будет отличный вечер. Ну, да. В общем, Сань, времени нету, полчаса. Справишься? Куда с вами деваться? Справлюсь, все сделаем лучше. Все, спасибо, с меня причитается. Заметь, я этого не говорил, Саня. Все, пока. У нас с Биней никогда не было романтического вечера. А тут Одесса, море, любовь. И очень не хочется налажать. Господа, должен вас расстроить. Мы заканчиваем на сегодня наше занятие, поэтому давайте собираемся, ложим детишек обратно в колясочки и до скорой встречи. Надеюсь, до завтра. Давайте, молодцы. О, Ришечка, приветики. Чик, поедем тете Альбине помогать. У мене взагалі виникає таке враження, що Оза взяли на море тільки для того, щоб він нянчився з малечою і був на підхваті у разі чого. А Епіфаніо зараз підхопив хвилю проблем, яка несе його невідомо куди.
Я, конечно, извиняюсь, что так получилось с документами. Ну, просрочены были. Ну, дайте нам просто время, и все это решим. Возьмите. Да нифига себе, вот это... 300 тысяч гривен, он что, кого-то убил? Пожалуйста, оплатите сегодня штраф за нарушение, и у вас есть 2 недели для оформления документов для Лёвы Амяна. Через 2 недели у нас будет плановая проверка, и если вы не выполните эти условия, мы вас привлечем к уголовной ответственности сроком от 5 до 10 лет. Ну нифига собі, оце по шоку дружив. 300 тысяч штуцерів за Льову? Та стільки на викупі за нарушення не просять. Лучше отплачу с деньгами, чем Борисович узнает, что у меня работал нелегал. И тут потеряю еще клуб. Гражданин Епифаня, вы за деньгами полезли, а мы не инкассация. Вы возьмете квитанцию, сходите в банк, и все это через кассу оформите. Не можем просто... Нет, нельзя. Епифаня, папа у тебя? Подожди минуточку, Рита, подожди, пожалуйста. Хорошо, ребята, до сегодняшнего дня все это нужно оплатить, да? Вот все, хорошо, хорошо, мы это сделаем, спасибо. Удачи. Удачи, Павел. Подожди меня после бара, потом поговорим, хорошо? А кто это вообще все эти? Рита. Боже, какая страсть. Что ты хотела? Я Риту поцеловал, потому что много вопросов начала задавать, а то мало ли расскажешь все папе. Ну как? Может, ты догадаешься? Не могу догадаться. Не надо это делать, Рита, ну пожалуйста, все. Ну, Епифаня, ты же взрослый мальчик. Взрослый мальчик, и тебя прошу, пожалуйста, давай, не надо. Прошу, пожалуйста. Епифаня! Только Борисовича мне здесь не хватало. Бідний Еп. Очевидно, що йому сьогодні доведеться розщедритись на кругленьку суму. Адже Борисович йому Ріту просто так не подарує. Цікаво, а вскільки Паша оцінив би їхні стосунки з Каріною? Ну, Паш, ти все неправильно поняв. Я тебе прошу. Це не те, що ти подумав. Пожалуйста. Це не те, що я подумав? Да. А мені кажется, Каріна, я якраз правильно все подумав. Я вот только одного не можу зрозуміти. Зачем, к чому взагалі був цей утренній розмов наш? Зачем ты вешала мне лапшу на уши, что ты хочешь другой жизни, ты хочешь поменять? Так я поменяла, вот я меняю, это другое, это совершенно другое дело, ты понимаешь? Что ты поменяла? Резидентом клуба быть на самом деле круто. Тем более, что я могу утереть нос Яне, которая даже не подозревает о том, что ее ненаглядный муженек обожает прекрасных, талантливых и молодых певец, а не престарелых мегер. Кариночка, а хочешь, я тебе скажу вот как думаю, от чистого сердца, хочешь? Я думаю, ты себя ведешь не как звезда, а как дешевая певичка. А ось Паша, вдається, и уголосив ціну кохання. Задела тебя, да, обидненько? А как ты думаешь мне, твоему мужчине, не обидно, нет? Да мой мужчина, Паша, никогда бы себе не позволил так разговаривать со своей женщиной, ясно? Ну, уходи, конечно. Уходи, я не хочу тебя видеть. Это взаимно, Карина. Дивлюсь, Пашок сьогодні в ударі. Якийсь у нього настрій усіх кудись заслати чи просто послати. Давайте не будемо нарватись. Краще прогуляємось прекрасними місцями Одеси мами. Саш, я нашла, наконец-то. А ты что здесь делаешь? Да мне Ксюша сказала, что вы в парке с Иришкой гуляете. Вот и... А позвони. Неважно, нет. Саш, я все знаю. Ты о чем? Про свидание, про причал. Владимирович, конспиратор, блин. Ну вот для кого я здесь цветы выбираю, если Альбина все знает, а? Саш, ну я так рада. Ну ты чего? Это же круто, Саш. Так и что ты здесь делаешь? Ну, помочь тебе пришла, Аришку забрать. У тебя же, наверное, там еще дела, подготовка, вот это все, правильно? Ну да, мне еще сейчас цветы надо выбрать, шампанское купить. Представляю, я с ребенком в алкогольном отделе. Это... Папа года. Да, поэтому я забираю Аришку, все, окей? Ну, смотри. Все хорошо будет. Давай. Как я раньше не додумалась, что Ксюха и Оз могут быть идеальной парой. Ну, правда, они разные, да, но они как инь-янь. Противоположности-то притягиваются. Тем более, они мои лучшие друзья, вообще. Ой, люблю их. От які ж іноді бувають дівчата-вигадниці. З власного побачення Біня вже все перекрутила на весілля Ксюші і Оза. Цікаво мені подивитись на вираз її обличчя в фіналі. Власне, як і на вираз обличчя Епіфанію, який зараз ходить по краю леза.
Епифаню! Да. Что ты закрылся? Там у меня свои дела, проблемы всякие. Ну, там не мог решить одну вещь. Короче, ну, хочется уединиться иногда. Слушай, а что это за проверка у нас? Да это никакая не проверка, это пришли, кого-то искали, там фоторобот делали. Ну, какой-то чувак, ну, ищет, короче. Ну, все нормально? Да, все нормально. Вопрос. Почему не заплатили Карине за вчерашний выход? И за моральный ущерб? Да, я забылся немножко, пока занимался делами. Но я все решу, успокойся. Кстати, она наш резидент теперь. Ты в курсе? Вот, и отправь ей контракт на почту. Все, я ее увижу тогда и передам все, и ну, сделаю, отправлю сегодня этот. А слушай, давай я сам ей передам. Что ты будешь? Да зачем? Я хочу лично с ней встретиться, дать ей деньги, ну и просто и извиниться. А, ну тогда да. Ну, это правильно. Мы это все сделаем, я тебе говорю. И это. Что работникам еще? Зарплату. Да, конечно. Ну что ты, мне не доверяешь. Я все тебе решу. Я уже доверил тебе. Мы чуть лицензии не лишились. Давай, чтоб без проблем. Ну, Эпу зараз просто нереально фартануло. Вообще б трохи, и усі его траблы помножились бы на двое. Счастливчик. Да, у меня все деньги ушли вот сейчас на этот штраф. Я не понимаю, что сделать с Кариной. Ну, с Кариной могу тогда со своего кармана заплатить. А вот сотрудники... Я смотрю, у кого-то проблемы с деньгами. Ни у кого нет никаких проблем. А мне кажется, есть. Эпифания ж не дура и сама все слышала. Зачем ей все это надо? Либо она запала на меня, либо она шпионит, чтобы все доложить папе. Может, тебе помощь нужна? Да чему же ты помочь, Рита? Все, давай. Ну как? Давай. Я хочу поработать, мне нужно быть одно. Окей, все, ухожу. Да, давай. Слухайте, а в Ріту роботу ну просто не би лежачого. Посиділа в куморі, потім зробила вигляд, що хоче допомогти, і вже час додому йти. А скоро ще й зарплата на носі. А в Арчі зараз на носі супер-пупер мега важлива подія. От би він тільки знову не облажався. Поздравляю! Спасибо, родні, спасибо, Надя. За твоє здоров'я. Тетяна Анатольевна, какого... Это семейный праздник. Кто его пригласил вообще? Конечно же, ваш день. Я хочу вам пожелать всего самого лучшего. Говорить какой-то прекрасный, красивый, замечательный случай. Спасибо. С вашим днем. Спасибо, мне очень приятно. Ура! Спасибо. Еще раз спасибо. Да. Спасибо. Но это еще не все. Я украду минуточку вашего внимания. Пожалуйста. Диана, подойди сюда, пожалуйста. Ой-ой, не подобається мені його тон. Ми знайомі з тобою вже доволі-таки багато. Я так волнуюсь, у мене прям мурашки по кожі. Это что за представление ещё, а? Что он задумал? Все дни, проведённые с тобой, не согревали меня теплом. А те дни, которые я проводил без себя, они были серыми. Спасибо за то, что ты у меня есть. Стой! Нет, ты что здесь забыл, пожалуйста? Я тебя прошу. Да кто это такой? Я знаю, что ты на меня злишься. Но я очень тебя прошу. Охрана. Не надо меня так наказывать. Я прошу, скажи ему нет, пока не начался мордобой. Охрана! Я тебя прошу, пожалуйста, Диана. Он врывается на юбилей бабушки. Думает, что ему здесь все можно. Качает здесь свои права. Какой-то напыщенный павлин после всего того, что я о нем узнала. Да что это такое? Пожалуйста, я прошу тебя. Максим, я согласна. Слышишь? Мне тебя жаль. Мне всех вас жаль, вы! Что уставились, да? Да идите вы со своей любовью. Нет мне ничего хорошего, кроме страданий и боли. Понятно?
Опана. Володькович це назвав би явка з повинною. Мам, я просто хотіла сказати, що була не права сьогодні. Ну, як-то так вийшло, воно все вилетіло. Я так зовсім не думаю. Просто, блін, так вийшло, мама. Яно, ну може досить свій терпець випробовувати? Конечно, я понимаю, что это не специально. Ну, конечно, я понимаю, что это так получилось не специально. Но, блин, это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Понимаешь, и все, что происходило, только лишь из-за того, что мы с тобой виделись намного реже, чем бы нам хотелось. И мы потеряли вот эту вот какую-то ниточку, грань живого общения, понимаешь? Ну, не плачь, ну, пожалуйста, я очень тебя прошу. Я безумно тебя люблю. Конечно, я тебя прощаю. Я тоже люблю мамочку очень сильно. Ты моя солнышко. Ты моя родная. Ну, хоч і усе в сльозах і шмарклях, зате як же це мило. Нарешті хоч хтось пішов на мирову, а не з розкритою ротякою на конфлікт. А тепер і романтика нам у стрічку не завадить. Хоч і поки не зовсім зрозуміло, в кого і з ким вона відбудеться. Ксюха. Привіт. Привіт. Хорошо виглядиш. Спасибо. Я что-то ничего не понимаю. Это дружеская вечеринка или романтик? Аккуратно. Ну, как тебе? Ну, если честно, Саш, я в шоке. Ну, в этой Альбинке, я думаю, понравится. Ба-ба-ба-бам. В смысле Альбинки? Смешалось усе у доме Обломовых. Ты не знаешь? Нет. Ну, Владимирович же Бене сюрприз сделает. Так официально, да, как будто предложили. Сань, привет! Готово все? Ну, как видишь, и Ксюха утверждено. Красоту наделал. Круто. Так, Альбина не приходила еще? Не, еще нет. Саша, опаздывает, наверное. Что? Ты только не нервничай, тут такое дело. Мы с Альбиной подумали, что это Ос мне записку подкинул. В смысле? В смысле? Ну, она просто была в моих вещах. Так, ну, а где Альбина сейчас-то? Дома, Санек. Она ребенка забрала и домой поехала. Ребята, ну как мы? Отходим. Сейчас, капитан, еще один человечек должен прийти. Давай, наверное, и такси возьмем. Давай! На такси она уже не успеет. Денег на продление яхты у меня нету. Я просто человек-сюрприз года какой-то. Саша, все, на, все, все, да не плывем никуда. Ну, время уже. Не успеваем, ребят. Ну все уже. Ксюх, ленточки поможешь собрать? Да. Так что мы делаем? Отходим все-таки? Плывите. Понял. Подбирай, подбирай, подбирай. Что? Да плывите! Плывите, ребят. Пусть хоть кто-нибудь сегодня отдохнет. Плывите. Санек, да нормально все. Ну а что мне было делать? С ними поехать? Или отменить яхту и потерять эти деньги. Ну, поеду уже к Альбине помогать с Аришкой справляться. Володимирович просто красава. И кохану саму в няньках не залишив, и про друзів подумав. Народ, ну це життя. Ніколи не знаєш, де сядеш, а де встанеш. Ну не панікувати ж тепер Ксюші з Саньком за такий братський підгон від Володьковича. Звісно, Біню трохи шкода, але народ, це знову ж таки життя. Слушай, ты не воспринимай плохо то, что я тебе скажу. У тебя надо уйти. Почему? Скажем так, это будет отпуск на месяц. Ты реши свои проблемы документами, сделай все, что тебе надо. Да не хочется прощаться с проверенными людьми. Но я тут сам виноват. Ты извинись, что так получилось. Я не хотел, чтобы ты попал на бабло. Да успокойся, успокойся, успокойся. Мы все решим, это... У меня есть свой план для этого. Мне очень не по себе. Вернем все на свои места. О, слава богу, ребятки, я смотрю, все наладилось, да? Объясните, а что за кипиш вообще был здесь? Что да, происходило? Ну, я тут как бы не легал, мне вот Эпифания помог. Лев, не оправдывайся перед этим человеком. Чего ты что? Сразу начинаешь? Я ты просто поинтересоваться здесь, да? Хотел. Да? Спросить, как дела я хотел. Ну и все, все хорошо. Ну, а что да? Ты стартуешь сразу? О, какие мы нервные. А что такое?
Много денег отдал, да? Если что, я тебе позвоню на помощь. Приходи, Паша, спаси. Так, да, значит, да? Угу. Но зато он в следующий раз будет думать, что делает. Лё, Лешка, привет. Да, тут я. А ты не хочешь сегодня бухнуть, а? А не понял, что это повод? Ну, скажем, день сегодня отличный. А, очень. Чем тебе не повод? Ну, меня долго волновать не нужно. Ну, отлично. До встречи. Давай. Да, давай. Щось як для відмінного дня не бачу радощів на обличчі Павлика. Але знаєте, так не хочеться в мінор танцювати, тому давайте краще заскочимо на кораблик. Вот интересно, чем руководствовалась Альбина, когда предположила, что я организовываю тебе этот сюрприз? Ксюш, я чего-то не знаю. Ты сейчас на что намекаешь, Саш? Что у меня есть на тебя какие-то виды? Ну не с бухты ж барахты ей пришла эта идея. Саш, я тебя очень сильно люблю. Но только как друга. Как можно было вообще такое предположить? Я и Саша. Ну это же смешно. Ну врешті-решт мало що Саньку щось обломитись з відпочинку. От нехай кораблику і радіє. Ксюш, знаешь... Я давно в себе это вынашивал. Ао, друзья, что это он уже там у себя вынашивал? Неужели? Мне кажется, я начал что-то к тебе чувствовать. И это не просто дружба. Ты сейчас о чем, Саш? Мне кажется, что... Я тебя... Воу-воу-воу, народ! Це як зараз треба було розуміти? Невже Гос увесь цей час приглядався до Ксюші і тепер просто у неї закохався? Оце так справи. Але поки у Ксюші з Озом, можливо, щось накльовується, у Боді тим часом, здається, усе зривається з гачка. Привіт. І що це значить? Настя, давай поговорим. Отстань. Поговорим давай, я тебе говорю. Как я могла тебе потом доверять? Как? Я хотел как лучше с твоей сестрой. Но получилось так, прости. Но куда ты собираешься? Куда подальше. Куда подальше? Стой, успокойся. Не трогай меня. Ну успокойся, давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Я не хочу с тобой ни о чем разговаривать. Почему? Я уже не знаю, как на это реагировать. Настя себя не первый раз так ведет. Это опять очередная игра для кого-то? Так для кого? Здесь кроме меня никого нету. Или это уже не игра? То есть ты решила таким образом точку поставить, да? Да, это точка. Все, доволен? Точка? Точка. Недоволен. Доволен должен быть. Отвали. Ты никуда не уйдешь. Я уйду туда, куда мне нужно. Почему? Потому что ты мне не нужен. Дай пройти. Пожалуйста. Да я уже не видеть, не слышать не могу этого Богдана. Из-за него я предала свою сестру, потому что он меня тормозил. Но теперь я знаю, что мне делать. И я верну доверие Епіфанію. А схоже на те, що сестер добре мізки промила Насті. Бачили, вона Боді навіть слова не дала вставити. Хто знає, може хто й на краще. Бо чесно кажучи, особисто я мало вірив у їхні стосунки. А поки що давайте все ж подивимось, що там відбувається на кораблі. Я тебя... Люблю. Ты идиот. Оксана, прости, не смог вынашивать себе эту телегу. Ксюш. Дурак. Дурак. И шутки у тебя дурацкие, Саш. Мне, ну, короче, если честно, я тебя безумно люблю и переживаю за тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Но, во-первых, ты не совсем в моем вкусе. Спасибо. А, во-вторых, Ксюш, ну зачем мне отношения в принципе? С тобой. Ты лучшая подруга на свете, да во всем мире, во всем море. Так. Ой. Это все очень классно, Саш, но мы с тобой получаемся на чужом свидании. И что нам делать? Так. А нам предстоит одно. Отрываться на халяву. Давай отдыхать. Ну реально. Ручка. Прозвучало как тост. Йо-хо-хо. Хай палаю
Привет. О, Саш, привет. А ты знаешь, где Ксюха и Оз? Знаю. Слушай, я тут и думаю, ну если Оз устроил Ксюше сюрприз-вечеринку, а че он тогда не позвал нас? Ну типа вечеринка для, с друзьями, веселее же будет, правильно? Откуда ты знаешь, кстати? Саш, что ты смеешься? Все нормально? Альбина! Что? Что ты смеешь, Саш? Это записка, которая была у Оксаны. Я ее тебе передавал. Я подложил ее тебе в сумку. Она тебе предназначалась. В смысле? Понимаешь? Капец. Оксанины вещи были в моей сумке. Точно. Это я должна была идти на причал. Саш, извини, пожалуйста. Альбина. Я, прости, пожалуйста. Да не... А может, мы еще успеем? Давай сейчас поедем. Может, да мы раз 20, раз 20 уже не успели, Альбин. Ну куда? Блин, извини. Ну это ты меня извини, Альбин. Я облажался, все такое. Ну ты не переживай, завтра я тебе устрою сюрприз, просто перфекто будет. Вот это я. Альбин, что поделать уже? Ой, Аришка проснулась, походу. Прикинь, сегодня спит целый день. Я не знаю, что с ней происходит. Сейчас вернусь, ага. Аришка, ку-ку! Что? Саша! Что? Что? Саша! Это пипипка! А кто это? Это не Арина! Откуда я знаю, Альбин? Я, меня не было весь день. Я... Ну, Азолин, ну, молодец! Что это? Ну, не плачь, Зойка, чего ты? Саша, делай что-нибудь, откуда этот ребенок? А что делать? Это Ксюха, все нам капец. Да нет, не... Это Ксюха, Вань, это Ксюха. Не переживай, не пугай ребенка, все нормально. Это... Я сейчас разберемся, не переживай. Здравствуйте. Где наш ребенок? Ты как, я... Где Сережа? А вот, походу, да? Вот ваш сын, да? А Ришечка, вот наша Ришечка, моя девочка, моя. Ну и попадос. Ну кто ж тільки додумався міні-кавалера і міні-леді одягнути однаково? Боже мой. Кошмар какой. Не так. Я убью Оза, я убью его. Не надо его убивать, я его сам убью. Ришечка. За убийство от 10 до 15, или пожизненное. А чула моя п'ята точка, що усі ці веселі старти разом з дітьми на галявині, як не до біди, то до пригод точно доведуть. А от цікаво, як там синька Паші і Олешка походить? Ми ще 5 минут за добавочкою сюди і вернемся. Погнали. Она... Що она? Она, прикинь. А так взяла от просто і согласилась, понял? А хоча ще утром ми з ней договарювались. Ти викупаєш? Она меня вчера выгнала, а я ей помочь хотел. Я не выкупаю этих баб. Они такие странные максимально. Да это вообще, Лешка, понимаешь, табу. Тяжело, что ли? Нет у нас с собой денег. У меня нет на бутылку. Ну, вот сколько я покупаю? Или выходи с магазина. Ты меня слышишь? А кто тут у нас, а? О, ну, звісно. Де пон еще застрелился? Не хотите, а ты не базарь, алкаш! Что ты творишь? Не базарь, алкаш! Да? Выходи! Мы же все интеллигентные люди, Олежки! Ты не базарь! Ты успокойся, все нормально! Я тебе сейчас бахну! А ну да, ты! Я! Давай! Бу! Это что сейчас было? Ребят, может скорую? Нет, все нормально, это был мой разряд по боксу просто. Почему мне каждый день приходится кого-то урубать? Оно мне надо? Не складывается. Туда. Шею сломаю. Давай. От лихо. Ну чому у людей завжди знайдеться хвилинка, аби зробити щось дурне, капусне чи помітити щось нехороше, але ніколи немає часу зупинитись і насолодитись миттю? Або зробити чи сказати щось хороше? Адже погодьтесь, ми інколи настільки заклопотані проблемами, які нависли над нами. Або настільки переймаємося особистим життям, і неважливо, чи є воно в нас, чи його немає. Або настільки переймаємось питанням кар'єри. Да, я приймаю ваше предложення. Чи просто зайняті тим, що скаржимось на свою долю за склянкою чогось міцного. Що іноді просто взагалі забуваємо сказати «стоп», «зупинись усе», щоб озирнутись навколо і помітити, наскільки життя прекрасне.
Більше звертайте увагу на дрібниці, які вам дарують радість і щастя. Життя надто коротке, аби витрачати його на щось, окрім речей, які приносять нам задоволення. Sea con esta mierda, pero qué carajo coño a su madre. ¡Чего вы начали? Звоните в скорую! Скорую вызывайте! Большой город, в котором собрался. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка.